Хотя в перспективе будет потепление, ну просто чтобы показать, как это выглядит. Вот так я сбиваю, когда здесь много снега. Специальной швабркой такой. Сбиваю этот снег отсюда с крыши. Честно говоря, сегодня в этом нужды нет никакой. Завтра или ближайшие дни крещению, крещенским морозом. Будет потепление, поэтому все это у нас упадет и так. Но почему бы не попробовать, не показать? Швабра специальная. У нее ширина где-то, ну, наверное, метра полтора, 1,20 м. Я даже не знаю, какая она у меня. Так, самодельная, поролоном обитая. Нормально. Ладно, посмотрим, что из этого получится. Вот как-то так, малята.